короткое видео, какой стала после покраски эта комната. Вот такая замечательная лампа, дешевая, $12 с Амазона. Она регулируется по яркости. Кому нравится, кому нет, мне нравится. Ночью она светится, как луна. Можно выключить совсем, можно. И достаточно яркая, регулируется в том тоже. Тут я по-спартански обосновался. Все новое, чистенькое. Ну, это музычка Boombox играет в течение дня, когда папа, мое ложе. Здесь я просто побросал свои шмотки в качестве... тут я сплю, тут у меня уголок просто фафан. Вечером чем-то надо заняться, бумажки переоформлять и так далее. Подбить концы, позвонить, если надо кому-то написать что-то и так далее. С собой пришлось притащить. Вот камера на стенах подчеркивает неровности. На самом деле их не видно невооруженным глазом. Так, это у нас шкафы. Левый шкаф не доделан, потому что нестандартный размер. 40, 20 и 20 хотел поставить дверь, их не бывает. Это две старые плоские двери. Одна ведет правая на чердак, вторая под лестницу. Пришлось оставить как есть. Здесь у меня шкаф. Я даже вставил туда органайзер, полки. Всего $150. И чем хороши, их можно потом дополнить. Вот, да, подсветка тоже есть. Дополнить полками, ящиками и так далее. Все стандартное продается. Очень удобная вещь. Ну вот, это было вкратце. И так далее. Подписывайтесь.